Черкесске проводятся рейдовые выезды по ресторанам на соблюдение противоэпидемиологических мероприятий. В ходе проверок были выявлены нарушения, по которым составлены соответствующие акты. О том, какие меры нужно соблюдать, чтобы не платить штраф, и на что обращать внимание при инспектировании ресторанов, в репортаже Алихана Лепшокова. В соответствии с поручением главы республики, в регионе усилен контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий в местах массового скопления людей. В связи с этим рабочие группы в составе сотрудников мэрии Черкесска, МВД по Карачаево-Черкесии и Роспотребнадзора уже несколько раз проверяли рестораны на наличие специальных предупреждающих разметок, дезинфицирующих средств и оборудования по обеззараживанию воздуха. Мы составляем акт обследования. Этот акт обследования мы направляем в Роспотребнадзор. После Роспотребнадзор направляет в прокуратуру. Это может грозить вплоть до закрытия ресторана. Помимо этого, особое внимание при проверке уделяли нормам соблюдения социальной дистанции, а также указа главы региона с внесением изменениями от 15 ноября. Было направлено распоряжение, то есть запрещающие проводить массовые мероприятия до 50 человек. Это было с 15 ноября. То есть пока следующее распоряжение не выйдет, то что уже можно будет проводить массовые мероприятия, вот это распоряжение будет в силе. То есть запрещено пока проводить что-либо. Мы проверяем, есть ли рециркуляторы воздуха, маски, дезинфекторы, соблюдаются ли дистанции 1,5–2 метра. По итогам проверки в трех ресторанах Черкесска были выявлены следующие нарушения. Отсутствие предупреждающей разметки, несоблюдение дистанции между столиками и отсутствие СИЗов у персонала. До конца недели рабочая группа проведет еще 2 рейда по предприятиям общепита. Будут проинспектированы все рестораны республиканской столицы. Алихан Лепшоков, Руслан Харченко, Вести, Карачаево-Черкесия.